Уровень доверия к институтам гражданского общества в Казахстане стремительно растет, и они гораздо больше влияют на принятие управленческих решений в государственном и корпоративном секторах. Об этом говорили участники Астанинского экономического форума в рамках панельной дискуссии на тему «Мир нового человека». По мнению экспертов, вовлекать гражданское общество в активный диалог в вопросах, к примеру, касающихся развития городов, помогают интернет и мобильные технологии. Соцсети открывают новый виртуальный вид гражданской активности. Этого мирового тренда придерживается и Казахстан, говорят специалисты. Развитие гражданского общества играет сейчас ключевую роль. В первую очередь, новое гражданское общество, этот термин сейчас набирает обороты. Ясно, что первый тренд – это усиление транспарентности. Мы все благодаря всем инновационным, информационным, коммуникационным технологиям, в том числе социальным сетям, можем получить любую информацию и сконсолидироваться в нужный период времени очень быстро.